Совсем недавно даже в самых смелых мечтах трудно было представить такое медицинское учреждение, где с первых шагов чувствуется забота и внимание лично к тебе. И больше нет страха и обеспокоенности, есть только чувство искреннего доверия и благодарности к врачам, чьим трудом и гением возвращаются нам здоровье. Знакомые сказали, что есть такое, значит, заведение, где делают, ну, правда, не бесплатно, поэтому я и решил. Что искать? У меня дочь искала много по Уфе этих клиник. Ну, а знакомый посоветовал, я попал сюда. Первую операцию мне сделали на левый глаз, это лазерный, как она называется, прокол. Вот, а правый глаз уже делали, как говорится, хрусталик вставляли. Принимают, как говорится, радушно, приезжайте, чтобы связаться, позвоните, там запишут, как говорится, на очередь или как вам угодно. И согласовываешь, когда можно приехать, в какое время, часы, там, дни. Это у них все поставлено нормально. Мне сделали операцию, мне поменяли мой хрусталик на что-то новое. И я уже в первые же дни, я стала замечательно видеть, я стала читать. Хотя у меня один глаз, вот особенно левый, он был совершенно темный. Я ничего им не видела. А тут я увидела, я так обрадовалась, просто счастье, новая жизнь появилась. Потому что я люблю читать, я читаю очень много, мне это просто необходимо. Ой, здесь замечательные доктора. Просто прелесть. Это такие милые, такие симпатичные, такие уважаемые. У меня больше слов нет, чтобы сказать. В клинике современное оборудование, все они делают, все они проверяют. А вот если бы я была недовольна, я бы сюда не приехала второй раз. Со зрением становится хуже, но, естественно, я старею. Я стараюсь жить такой жизнью, какой живут нормальные люди. И поэтому вот я приехала сюда снова. Ну, это с глазами проблема, когда у меня была. Ну, я пошел к цеховому врачу. Я на заводе, у нас цех здоровья свой есть, глазнику. И вот она рекомендовали, что вот сюда надо. Я вот в свое время в Кемерово был. Там тоже в областную больницу пошел. Так вот, я в ту больницу уже больше один раз сходил, больше сюда бы и не пошел. Как небо и земля. И здесь и оборудование здесь хорошее. По сравнению, там тоже вроде и областная больница, но оборудование не такое крутое. А здесь вот и обслуживание хорошее, и все вежливые. Обходительно, никогда не слышал, что там голос там кого-то что-то кричали. С раздражением. Все очень, все хорошо. Ну, я всем своим знакомым и незнакомым рекомендую обращаться вот в эту клинику. Очень хорошая клиника. У нас просто на работе многие сделали. Я решила сюда приехать, попробовать. Тоже плохо видела. Мне сделали катаракт глаза правого. В каком году? В этом году, 5 марта, я сделала. Мне очень понравилось. Хочу еще раз приехать с другим глазом уже. Такое внимание хорошее, как бы понимание во всем в этом. Не знаю, мне очень понравилось здесь. И врачи внимательные, и обслуга внимательная, как бы все это относятся хорошо. И результат, да? Да, и результат, конечно, хороший. Дай Бог, чтобы мне дальше еще было. Как бы я еще молодая, неохота хотя бы лет еще 40 пожить, чтобы мне... Я также видела, так же все было хорошо. Попытки радикально решить проблему плохого зрения с помощью микрохирургических глазных операций проводились с середины 20 века. Плодотворная идея коррекции оптических свойств собственной роговицы глаз привела к разработке множества вариантов оперативной коррекции зрения. В современной офтальмологии концепции и методы лечения стремительно меняются. Центр лазерного восстановления зрения «Оптимед» всегда идет в ногу со временем. В клиниках «Оптимед» постоянно внедряется новое оборудование и технологии для диагностики и лечения глаз. Наши специалисты участвуют в региональных и международных конференциях, получают новые знания и опыт. В последние годы успешно применяются малотравматичные операции, благодаря которым
пациенты получают зрение, происходит быстрое выздоровление и восстановление зрения. Пациентам не нужно лежать в стационаре, нет ограничений по возрасту. В нашей практике были пациенты, которым уже исполнилось 100 лет. Применение самых передовых технологий позволяет совершенствовать процесс проведения вмешательства и расширять возможности лазерной коррекции. Впервые в нашем регионе в 2011 году были проведены операции в клиниках «Оптимед» с применением новейшего фемтосекундного лазера. Фемтосекундная технология позволила сделать лазерную коррекцию зрения 100% лазерным, без применения ножевой техники. Сейчас стало возможным устранить высокую степень близорукости, астигматизма и дальнозоркости пациентам даже с тонкой роговицей, которым раньше лазерная коррекция была противопоказана. Кроме того, лазерные операционные клиники «Оптимед» оснащены уникальными комплексами для лазерного восстановления зрения «Naox Quest» японской корпорации «Nidec», состоящими из эксимерного лазера и сканера оптических сред глаза. Эти комплексы позволяют проводить персонализированную абляцию роговицы, то есть лазерное воздействие по индивидуальным параметрам в каждой точке роговицы, приближая оптические среды глаза к идеальным. Убирает не только грубые нарушения – близорукость, дальнозоркость, астигматизм, но и некоторые шероховатости. Лазерное воздействие длится несколько секунд безболезненно. Процедура проводится амбулаторно. Уже на следующий день пациент возвращается к своей нормальной деятельности, но уже с новым качеством зрения. В год проводится более 7 тысяч операций по устранению нарушений рефракции. Благодаря новейшему современному оборудованию и специалистам высокого уровня удается достигать отличных результатов операций и высокого уровня комфорта для пациентов. В клиниках «Оптимед» применяется современная технология удаления катаракты, ультразвуковая фотокалюсификация с имплантацией гибких искусственных хрусталиков. Операция проводится через небольшой прокол, занимает около 20 минут, без наложения швов и не требует пребывания в стационаре. Максимальная острота зрения восстанавливается уже через 2-5 суток. С прошлого года в клиниках «Оптимед» применяется новейшая разработка «ИОЛ-мастер» – метод оптической биометрии, не имеющий аналогов. Биометрический прибор «ИОЛ-мастер» предназначен для измерения параметров глаза и провести расчет из силы искусственного хрусталика перед операцией по поводу катаракты. Измерение проводится бесконтактно и сверхточно, что позволяет обеспечить комфорт, безопасность и хорошие результаты после операции. Оптический когерентный томограф – аппарат с большими возможностями, позволяющий провести томографию сетчатки и диска зрительного нерва, а также оценить состояние переднего отрезка глазного яблока на клеточном уровне. Обследование проводится быстро, бесконтактно, с высочайшей точностью и компьютерной обработкой данных. Томография сетчатки выявляет воспаление, дистрофии, отслойку, кровоизлияние и отек на глазном дне, контролирует эффективность проводимого лечения с точностью до 1000 долей миллиметра. Своевременный послойный анализ сетчатки помогает диагностировать заболевания на ранних стадиях, что, несомненно, повышает результативность лечения. Центр лазерного восстановления зрения «Оптимед» представляет собой клинику нового поколения. Врачи центра «Оптимед» занимаются не только практической, но и научной деятельностью, что позволяет внедрять в практику самые современные технологии, постоянно улучшать эффективность лечения. Мне предстоит операция, я волнуюсь, но я верю, что все будет хорошо.
центре «Оптимед» вы сможете получить квалифицированную консультацию ведущих специалистов и профессоров клиники, пройти в полном объеме диагностическое обследование органов зрения, сделать лазерную коррекцию зрения любой сложности, удалить катаракту с помощью бесшовных ультразвуковых методов хирургии. У специалистов клиники «Оптимед» сложились самые доверительные отношения с пациентами не только Уфы и Республики, но и с теми, кто приезжал на лечение из дальнего и ближнего зарубежья. Для большей доступности современных технологий в области лечения и коррекции зрения жителям и гостям отдаленных от столицы районов Республики Башкортостан мы открыли клиники в Стерлитамаке и Октябрьском, которые по оснащенностью и спектру услуг не уступают уфимской клинике «Оптимед». Всю свою сознательную жизнь я мечтала хорошо видеть. Зависимость от очков и контактных линз очень напрягала. И вот, наконец, я решилась на операцию в клинике «Оптимед». Вы не поверите, о том, что я хорошо вижу, я уже поняла в первые часы после операции. Я сама вызвала такси и первый раз без очков и контактных линз разглядела его номер. А сегодня я уже приехала в клинику за рулем сама. Огромное спасибо всем врачам за новую жизнь. Вместе мы обязательно решим проблемы, связанные со зрением. Взгляните на мир по-новому. Приглашаем вас по адресу: город Уфа, улица 50 лет СССР, дом 8.